Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить о Конституции Российской Федерации, принята народом 12 декабря 1993 года. Прошло уже 26 лет, сегодня 12 декабря 2019 года. И зайдем на официальный сайт Конституции Российской Федерации. Здесь нам интересен раздел 2, это заключительные и переходные положения. Хочу вам показать одну интересную вещь. Так, нажимаем. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. Народное голосование 12 декабря 1993 года. Это и есть день принятия Конституции. Одновременно прекращается действие Конституции основного закона Российской Федерации России, принятой 12 апреля 1978 года с последующими изменениями. Так, нам интересно, 12 апреля 1978 года, что же было за государство такое у нас? Смотрим официальный сайт, сейчас найдем, откроем. Так вот, открываем сайт Конституции Российской Федерации. Конституция – основной закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 апреля 1978 года. То есть 12 апреля 1978 года была Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А тут указывается в разделе втором, что была отменена Конституция Российской Федерации России, принятой 12 апреля 1978 года. Но ведь 12 апреля 1978 года была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Вот такой вот момент, ребята.